Ну ладно, я вам расскажу. Но имейте в виду, это большая тайна. Мне ее доверил не кто-нибудь, а Полевой. Вот кто мне ее доверил. А теперь дайте мне слово, что вы никому ничего не расскажете. Клянусь. Даю слово честного благородного человека. Генка, что ты тут торчишь? Пошли с нами реквизит покупать. Некогда. Продается все для театра. Профессионального, академического, народного, профсоюзного, домашнего. Все для театра. Все для режиссеров, актеров, гримеров. Последняя распродажа перед началом театрального сезона. Спешите, покупайте. Вот. По-моему, это самое подходящее. Этот цвет, Мишка, называется бордо. Бери. Бери-бери. Держи его! Стой! Стой! Тебе говорят! Отдай. Не тронь меня. Я психически. Вставай, ну хватит притворяться. Будешь знать, как воровать. Справились, да. А ты зачем кошелек взял? Я вот тебе еще дам. Ну брось прикидываться. Вставай. Вставай. Ну, вставай. Как же ты его теперь пришьешь? Пошли ко мне домой, мама зашьет. Застукать хочешь? Вот честное слово нет. Как тебя зовут? Михайлой. Мама, он сегодня с нами пообедает. Я ему нечаянно рукава оторвал. Его тоже Мишей зовут. А фамилия? Фамилия наша Коровин. Садись. Вы бы хоть умылись, товарищ Коровин?